Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Это 12-я серия God of War. Продолжаем. Мистер Кратос. Возвращаемся мы, значит, обратно к большой руне. Или куда? Куда мы возвращаемся? Будете разговаривать, пацаны? Мне, наверное, туда. Влево. Замочили мы короля эльфов темного. Что? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Мало дерзит, конечно, немного. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Утош. Я понимаю, тебе тяжело. Ничего, мальчики, подружитесь. Подружитесь, больше разговаривайте, больше Свете, взаимодействуйте. Мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать, правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард, к Черному Дыханию? Или тут еще дела остались? Вроде дел никаких нет. Я уже не помню. Что нам точно нужен был свет для прохода дальше по горе. Вот то, о чем мало говорил. Темному дыму. Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? Угу. В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы думали? Точильным камнем. Ха. Крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Гони, гони. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Конечно. Ого. Спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень... Принеси тебе. Я буду рад, если вы принесете его мне. Окей. За работу. Что у нас тут есть? Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. Все, поговорили? Сочувствую. Не стоит. Я какие-то предметы не подобрала. Это случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Вернула. Хорошо, что здесь можно вернуть. Что-то можно улучшить. Чешуйчатые рунные бармы. Это то, что у нас сейчас? Или нет? В чем я? Нет, я не в этом. У меня... Вот, браслеты из волчьей шкуры. И здесь тоже наплечники. 2+, почти к третьему мы перешли. Можно их улучшить, но мне ресурсов не хватает. Броня для бедер, рунный воинский пояс. Плюс 1 руны и защита. Это то, что у нас сейчас. Мы можем улучшить, но минус руны будут. Давайте улучшим. Это
великолепно. Выбрать рукоять для топора. Талисман тоже недостаточно. Это... Блин, еще бы в этом всем разбираться, конечно. О, можно Левиафан улучшить. Больше не давай это моему брату в руки. А если все же дашь, скажи ему подольше отпускать сталь. Он корежит лезвие. Блин, мало, тебе бы тоже хотелось улучшить. Колчан еще? Когтя тоже. Нагрудная броня. На все не хватает. Ладно. Есть еще разговор? Нет. С тобой же больше нельзя поговорить? Нельзя. Покедова. Так, плыть мы дальше не можем. Это нам нужно идти. Как мы сюда приходили? По-моему, отсюда. Нет. Не отсюда. Вот, мы отсюда шли. Угу. Конечно, хотелось бы какую-нибудь броню посолиднее, если честно. Отец. Да. Я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю. Мне нравится, как Кратос разговаривает очень часто. Ну, задает вопрос, а он такой... Или... Затянутая реакция или быстрая? Так, Брока нет. Тут кристалл стреляла, нам ведьма помогала. Что теперь? Свет у нас в Мидгард. Ясно! Стоп, перед тем, как пойти, давайте тут пробежимся. Может, какой-нибудь сундучок? Это всякие разные двери. Чё, прям совсем ничего не будет? Ну ладно. Тогда идем дальше. Так, Мидгард — это центр всех миров. Для возвращения в Мидгард нажмите Y. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Хорошо. Сюда же, правильно? Красивый цвет. Такой розово-фиолетовый, прям как у меня на канале цвета. Неоновые. Брок! Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору?
Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Да нет, не переживай ты. Скорее наоборот. Так, оценочка. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Да все, прекращай. Знак гнома. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, в Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Давай. Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Окей, вот окей, этот окей. Камень приведет вас в шахты. Душа из старых рук. Войдите в велорунские рудники. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Хорошо. О, давайте еще поговорим с ним. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. И чем пахнет? Я там раньше много времени проводил. Но теперь мне туда хода нет. Из одного инцидента. Какого? Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами. Пробудил воспоминания. Да, и короче, к делу давай. У меня работы по горло, в отличие от некоторых. Ты и часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит, как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Да. Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Хрена себе. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. Все, пообщались? Кстати, ему ж можно что-то продать, сейчас по-моему. Сейчас все устроим. Создать, улучшить. У меня денег не хватает. Чары, что за чары новые? Чары, повышающие случайно выбранные характеристики, дающие случайно выбранную особенность. Вот это вот интригующе, конечно. Продать артефакты. Продается все. Конечно, мы довольны. Камни воскрешения. А коготь, А, тут мне не хватало не серебра, а именно материалов. Ну, в другой раз. Хотя стойте, там же ж... Я готов к работе. Нагрудную броню. Кираса защитника можно сделать. Металлические наплечники. Тут уже третий уровень. Минус руны. Но я пока даже не знаю. С рунами мне неплохо. Металлические браслеты тоже третьего уровня. Наручи защитника. Броня для бедер. Вот это можно сделать. Материал весьма прочный. С твоим напором дико продержится. Броня Трея. Для мальца. Это, кстати, выглядит хорошо, что у нее тут прицельный выстрел, залп, увеличение урона и урон врагам, которые находятся в воздухе. Здесь враги, придушенные Треем, получают увеличенный урон, оглушение, повышение эффективности камней здоровья.
Так, ну это все для здоровья. Опять вы? Броня для бедер. Прочная свартальбхеймская сталь. Ну что? Все, все. Хочешь получить от меня крупицу мудрости? Отвали, Брок. Нашли алхимика, о котором я говорил? Да нет еще, подожди. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Я так понимаю... О! А ну, стопы. Бьется! Точно, здесь же есть камушки. Хорош. С той стороны тоже такое есть. Вот тут вот. Это откуда мы приплыли. А, здесь мы были. Здесь нам ведьма стрельнула, точно. Ну, мне доп. Задание показывает в эту сторону. Ты видел? Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли? Я все видела. О, отлично. Пока плывем, лутаемся. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Так, ну вот сюда можно причалить. Да? Да. Скрытая область открыта. Каменный водопад. Смотри. Чё тут? Еще одна карта сокровищ. Когда капитан сгинул в чреве гидры, его ключ достался мне. Я отправился в новые земли, но мой корабль разбился о скалы и затонул вместе с драгоценным ключом. Теперь он покоится под волнами, насаженный на риф. Редкие чары, сплав Лейпетр. Золотая гира. О! Навыки пооткрывались. Да ё-моё. Увеличивает объем вечной мерзлоты. Вот это я хочу. РБ. Я часто им пользуюсь. Так, а тут что? Нажмите РТ во время бега, чтобы провести мощную атаку в прыжке. Вот это вот тоже можно. Это у нас что? Нет, это я не хочу. Дальний бой. Ладно. На Атрея. Ага, на Атрея еще третьего не открылось, но мы ему все прокачали. Да, это у нас новое. То, что мы выбрали. В ней нет места для чар. О, сюда, наверное. О, здесь мы можем телепортироваться. Мистические врата. Душа из старых рук. Но это если мы вот здесь вот... А, нет, это не сюда. Это мы пошли за сокровищами, а нам нужно проплыть в другую сторону. Новое место найдено. Хорошо, можно так вот перемещаться. Это очень удобно на самом деле. Ворона нигде нет.
такой звук, как будто где-то летает. Ладно. Я его где-то не вижу или что? А, сука, ворон. Один подглядывает за нами. Ладно, давайте сначала проверим, что здесь. Летишь? Попался, мразиш. Проклятый Тацельвурм. У этого Тацельвурма нет шипа, но есть ядовитая железа в глотке. Он прольется ядом во врагов. Выглядит мерзко. К тому же его яд очень сильный. Даже если уклонишься от самой атаки, надо следить, чтобы не наступить на плевок. Да, надо, но у нас с этим проблемы небольшие. Чё, как будто все равно где-то летает этот гребаный ворон. Так. А ну. Стоп, сначала давайте сбегаем сюда вот. Тут был подъем. Вот, отлично. О, вот это находка. 3 из 9. Это у нас что? Носовая фигурка. Так, это жижа? Нет, это походу не жижа, потому что видите, он какая штука. Ладно. Бежим поднимать цепь. О. Сразись со мной, громовержец! Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Нифига себе. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. Капец. У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его.
Его заменил гнев. Я сочувствую. Идем. Нужно уничтожить статую. Это что? Ни хрена себе! Круто! Мы открыли целый громадный проход! Воу! Тот, чью мать убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Хорошо. Перевал Вейтургарда. Это нам и по второму заданию, по-моему, сюда тоже надо. Ну что, расскажешь что-нибудь интересное? Какая история? Ну как же? Мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Ну-ну. Звучит неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Одна из них была про зайца и черепаху. Как та у ведьмы? Не пара. И что было? Они решили бежать на перегонки. Заяц был глуп и не сомневался в победе. Слышали, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. Все, пообщались. Так, вот оно. Уничтожить. Ага, может быть, мы сюда даже добежим. Тут мы открыли вход. Может быть, сможем вот так вот сюда пройти. Посмотрим. Брок уже тут как тут. Сын. Вейдергард. Южный форпост короля гнома. Короля гнома? Ты про такого слышал? Нет. Сейчас прочитаем. Руины Вейтургарда. От Вейтургарда не осталось ничего, кроме следов жестокости Мацангира. Некогда плодородные земли превратились в пустоши, залитые кровью охотников и добычи. Эту бойню устроил сам благородный король гномов. Это он превратил мирных земледельцев в неумелых и плохо вооруженных охотников. Это его страсть к диким зверям породила армию вдов. Замок Мацангира продолжает стоять, но того, кто покусится на его сокровища, подстерегают самые опасные из королевских трофеев. Будь осторожен и бдителен. Да уж, неприятное местечко. Впрочем, возможно, папа захочет сходить туда и поискать что-нибудь полезное. В последнее время он стал немного предсказуемым, но мне по-прежнему нравится осматривать новые места вместе с ним. Капец, вот эти названия. Имена еле выговоришь. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Да, мы помним. Бурок, дорогой. Мы помним, мы найдем. Опача. Подожди! Нормально. Я справился, да? Ты внимателен. Кто-то новенький? А, нет, совет по бешеному волку. Эти волки, если завоют, нам лучше занять оборону. Хорошо. Хорошо, хорошо, все понятненько. Опа-че! На базу! Кусок чешуи мирового змея. Что с ними случилось? А ты подумай. Ну, тут повсюду сажа. Они лежат кучей. Может, они прятались от кого-то огнедышащего?
Увы. Но все равно погибли. Тут будет дракон. Оу! Я даже не заметил. Ребят, если что, я не знаю, сегодня просто день такой. Я все слова путаю между собой, и не просто слова, бывают даже слоги в словах. Какие-то новые придумываю. Что это значит? Вейда Даудер. Значит, преследующий смерть. Да уж. Два варианта. Охота, смерть. Имеется в виду, что кто-то умер на охоте, или что кто-то решил поохотиться на саму смерть? И то, и другое не слишком приятно. Верно подметил. Сын, сюда. Слушай, еще какая-то история. Будь проклят, король-гном, бич всех людей. Видать, король был не из лучших. Интересно, за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая... Нерушимая цепь. Уотер опять вырвался на свободу. На этот раз он не стал улетать, а решил отомстить своим пленителям и испепелить Вейтунгард. Как уже не раз бывало в прошлом, мы укрылись в соседних пещерах. Король уверяет нас, что следующую цепь он точно уже не разорвет. Да, если кто и способен изготовить нерешимую цепь, так это Моцогнир. Не Моцангир, а Моцогнир. Вот, теперь правильно. Строители Великой Цитадели Конунсгарда. Дурацкие слова. Предводитель славной новой эры Вейтунгарда. Слава королю гномов, защитнику людей. Они могли бы быть и подобрее за все то, что он сделал для них. Ну, блин. Судя по всему, он выпустил дракона. И он испепелял гномов и людей. Такое себе. Разница. Да, просто любопытно. Любопытство опасно, сын. Оно отвлекает. Ого! Можно уплыть отсюда. Ну, вроде все. Как строят такие огромные статуи? Гномы – находчивые существа. Противные, но Вейтунгард. Находчивые. Вейтунгард. Наверное, это очень важные гномы. Вот это нам нужно разрушить, правильно? А потом мы причалим туда и пойдем по другому заданию. Другие знаешь? Хорошо. Ну, вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место. Капец, он был пятого уровня. Я уже подумала, что мне не получится его победить. Ну, открывайся. Еще кто-то? А. Почти готов. Зажали. Надо не забывать, что у Атрея на X, если задерживаюсь, волки появляются. Три волка, и они нападают. Так, ну вот это точно ворон, и я уже его заметила. А ну, где ты тут будешь лететь? Нет. Вот сюда надо будет кинуть. Так, раз, два. Ну, блин. Хорош. 7 из 51. Как их много, это ужас.
что нам нужно сделать? Так, надо еще искать вот такие вот отметины. Ага. Вот. Я не могу так высоко смотреть. Ладно, значит отсюда. Вот-вот свалится. Тихо, только на меня не падай. Не свергнуть бога не так-то просто, сын. Знаю. Ну, да. Шучу я. Это не предмет для шуток. Прости. Так. Как там на карту? И отслеживать задание, как поставить... Блин, а как поставить ее целью? Это уже вот дополнительные. Падение молота, это мы сделали. Найдите друга Брока или его останки. Вот, отслеживать. Отец, почему от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но сюда? У них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Дракон! Нам сюда. Так, ну ты понятно, слышишь? Сейчас начнутся драчки. Так, еще совет по проклятому Таценвульму. Их плевки очень ядовитые. Чтобы не дать им снова зарыться в землю, их можно заморозить броском топора. Там что-то есть. Ага. Так, давай только ты не будешь на нас агриться, хорошо? Мне кажется, он сейчас будет нас... Пойди сюда. Огнем стрелять. Слушаюсь. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Так, что там за история? Цена охоты. 6 волков, 2 воина. Вон они зовут меня. 30 драугров, 9 воинов. Вон они зовут меня. 3 тацельвурма, 6 воинов. Вон они зовут меня. 1 тролль, 1,40 воинов. Вон они зовут меня. 1 дракон, 9,90 воинов. Вон они зовут меня. Да уж, не слишком хорошие охотники. Похоже, им стоило ограничиться оленями и кабанами. А Треус не заценил. Что случилось?
Так, вот это, походу, будет скоротка. Чё тут? А, нет, это не скоротка. Сейчас мы, наверное, поднимем. Ага. Поняла. Подняли. Атрей, сюда. Заморозили. Сейчас, погоди. Проверка. Угу. Класс. А, это мы, наверное, дальше пойдем. Вот это вот открыли, потому что дракон нас не пустит. Да уж, ну конечно, можно в принципе пробежать как-то. Только вот я не знаю. Ладно, ребятки, давайте на этом остановимся, решим уже, куда пойти. Чё? Влево или вправо? В следующей серии. Все плейлисты находятся в описании к видео, а пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.